Какая ступенька? Первая. Четвертая. Конечно, четвертая. Ми, ми, ре, до, си. А кто-нибудь сразу выйдет сюда? Ну давай дальше. Давайте так, каждый выйдет. Я по три интервала играю. Вы все слушайте внимательно. Значит, я играю, ты пытаешься сразу в режиме эхо ответить. В си миноре мы только играем, да? Какая ступень, подскажите, какая? Первая, шестая повышенная. Правильно, вот то, что мы писали здесь. Когда мы вверх идем на три ступеньки, то так, шестая повышенная, какая нота будет? Соль диез, ля диез, си. Ну, сначала соль диез. Соль, потом? Соль диез, ля диез. Та-та-та. Так мы все... сразу попадать. Не на ощупь, так, под, а это нотка не это. По очереди, да. Не торопись, спокойно. Вот так. Правильно, как делал. Какая ступень? Вот. Седьмая ступень у нас всегда какая? Повышенная. Как она находится от первой? На полтона ниже. Все, ты слышишь, нет? Что я сейчас сказал? На полтона ниже. Что на полтона ниже? Ничего ты не слышишь. Седьмая ступень. Так. Так, правильно. Какая ступенька, кто скажет? Какая? Ре. Нет. Соль. Но ступень... Соль это какая? Шестая. Шестая ступень. Шестая в си миноре. Какая нота? Мы уже подсказали. Значит, если вы... Как быстро находим ступеньки? По трезвучию. Конечно, ставим трезвучие. Вот у нас. Какие это ступени? Первая, третья, пятая. Где шестая? Все. А если просто, где раз шестая, так, что-то считаем, так вы запутаетесь. Обязательно трезвучие видим. И вот это какая ступень? Вот пятая, вот четвертая. Правильно? Ну вот третья она есть, вторая. Все, я ступеньки-то... Слушаю еще раз.
Да куда вот первую ступень-то? Вот так. Сейчас слушай. В чем разница-то? Конечно. Шестая ступень повышенная. Сначала она натуральная была, а потом повышенная. И через седьмую повышенную, да. Ты что там пишешь? Ну? Какая ступенька? Подсказывайте. Какая? Ступенька. А ты вообще-то третья, молодец. Сюда смотришь. Так нечестно. У меня нету. Чего нет? Вас нет у тебя? Ты сам сюда смотришь. Посматривать не надо. Нет, не вторая. Третья, играй. Я сейчас закрою. Все равно не видно. Вот так, садись, Миша, теперь.